Перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать канал Fireman. Здесь вы можете увидеть множество интересных, а самое главное, познавательных видео. Ссылка в описании. Всем привет! Первая часть обзора модов многим понравилась, и я решил сделать вторую часть. Первый мод увеличивает запас прочности космического корабля. Как вы помните, я выбрал максимальный уровень сложности, но несмотря на это запас прочности равен 1000, хотя без мода он должен был быть равным 300. Следующий мод позволяет менять внешний вид колонии. Для этого заходим в меню колонии и нажимаем на флажок. После этого мы сможем изменять вид нашего города, просто перетаскивая понравившиеся стены. Следующий мод добавляет в редакторы построек и техники фрагменты из других редакторов. Например, из редактора космических кораблей, наземного транспорта, кораблей и самолетов. Из мода я мог создать такой только в редакторе техники. Последний мод добавляет МВР с этапа цивилизации на этап космос. В отличие от этапа цивилизации, на этапе космос она быстро перезаряжается, а после взрыва оставляет ворон. Также с ее помощью можно ликвидировать другие корабли. Спасибо за просмотр.